Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы». Пятиминуточки, будем их так называть. Следующий вопрос, который, на мой взгляд, очень и очень важен, актуален, в принципе, для всех, и для преподавателей, и для музыкантов, и для исполнителей юных. Следующий. Вот написано: «Города, в которых нет мастеров». К большому сожалению, в действительности в нашей стране существуют, да и вообще в принципе по миру, существуют такие города, в которых нет мастеров. Как педагогу понять, что ребенок занимается на неправильно настроенном в акустическом и физическом плане для удобства и стабильности инструменте? И это мешает ему полноценно развиваться? Или это вопрос такой? Ну да, собственно говоря. И это действительно мешает ему полноценно развиваться. Скажу, наверное, следующее. Вопрос кардинально решить с тем, чтобы в каких-то городах появились скрипичные мастера, наверное, практически невозможно. Для этого нужно открывать скрипичную школу мастеров, которая когда-нибудь, наверное, будет. И по всей нашей стране будут находиться даже в самых небольших городах скрипичные мастера. Но это только надежда, мы очень хотим в это верить. Но, наверное, выход из положения следующий. То есть, во-первых, это наша передача, которую мы все-таки решили как-то, в общем-то, запустить в такую рубрику, очень интересную, на мой взгляд. Можно их слушать и каким-то образом иметь хоть какую-то минимальную информацию. И, во-вторых, я считаю, что любой скрипач, как исполнитель, так и преподаватель, он должен быть как минимум просто образован в понимании того, вообще какой должен быть инструмент. Поэтому при выборе инструмента, когда вы приобретаете инструмент, либо если школа музыкальная закупает инструменты, а может быть и есть инструменты, которые находятся на складах, их необходимо привести в порядок. Тогда просто выбирайте для себя скрипичных мастеров в больших городах, которые профессиональные люди, которые могут привести их в порядок, да, скажем так, соблюдать определенные нормы при реставрации этих инструментов. Но, наверное, особенно преподавателю нужно знать какие-то элементарные просто вещи относительно инструмента. Давайте так, мы берем целую скрипочку и исходим от целой скрипочки. То есть размерная сетка, то, что необходимо. Размерная сетка, то есть это длина нашего корпуса. Длина корпуса инструмента для удобства должна быть, то есть мы обязательно меряем инструмент от зарубка, там, где у нас находится пяточка, вот она, кромка, вот она, кромочка, прямо около пятки. Вот. И до самого конца. Вот эта скрипочка, она 355 миллиметров. Да? То есть стандартная сетка размерная целых скрипок это 352-359 миллиметров. Это стандартный размер корпуса скрипки. На самом деле это самый удобный размер скрипочки. Безусловно, есть люди более крупные, есть не очень. Подбираем под них. Если мы выходим за рамки этой стандартной сетки, соответственно, если 351, то это маленькая целая скрипка, 350-349 это уже 7 восьмых. Если 360, это уже крупная скрипка, которая выходит за рамки стандарта, 361 часто встречается, ну, это, наверное, под очень крупного человека. Существовали просто такие опыты, скажем так, когда инструменты делали более крупные. Далее нужно понимать, что у нас существует такое понятие, как мензура, да, то есть расстояние, длина самой струны. То есть это очень важный момент, на который обращают внимание педагоги, профессиональные педагоги при выборе инструмента для ученика. То есть меряется у нас длина по верхней деке, кромочка, вот она, которая около нашей шейки с грифом, до внутреннего зарубка деки. Все видно, я надеюсь? Вот, до внутреннего зарубка. То есть внутренний зарубок это вот. Вот он тут, вот внутренний зарубок F. Вот, меряется эта длина. Стандартный размер, я сейчас посмотрю, какой размер у нашей этой скрипочки. Здесь как раз 195 миллиметров. Стандартный
размеры 192-195. 192 это считается небольшая мензура, 195 это просто золотая середина. Даже, наверное, 194-194,5. Но вы же должны понимать, 192-195. Все, что меньше и все, что больше, мы выходим за рамки стандарта. Далее, мы меряем длину шеи. Длина шеи меряется от грифа, не включая порожек, порожек сам по себе, и меряется до начала кромки деки. Должно быть, то есть при стандартной, скажем так, сетке 195 мм, длина шеи должна составлять 130 мм. Зачастую бывает на миллиметр больше, на миллиметр меньше, это не так страшно, но такие вещи происходят. Поэтому это вот такая стандартная сетка размерная. Далее высота струн, берете подставочку, прикладываете к краю грифа. Это я назвал это подставочкой, простите, линеечкой, сегодня оговариваюсь. Дорогие друзья, живой формат, поэтому высота струны сегодняшнего стандарта, современного, 6 мм, это струна соль. Возможно даже и 5 мм. Иногда делают 4,5 мм. Даже 4, насколько я знаю. Бывает такое, но это очень низко. Наверное, такая золотая середина, это 5-5,5 мм высота струны. Соль. Струна ми должна быть примерно 3 мм, иногда бывает 3,5, но это даже для меня высоковато, но это тоже в стандартной сетке. Дальше выстраивается струна ре и струна ля, они выстраиваются именно от струны соль и ми, высота, то есть должен быть правильный овал. На это нужно обращать внимание, прежде всего, всем преподавателям. Вот такие вот какие-то такие элементарные штуки. Далее, я думаю, что вам нужно при покупке инструментов просто обращаться в правильные магазины, к правильным профессиональным мастерам, или же в салон, пожалуйста. Это, знаете, как с обувью, извините за такое сравнение. То есть лучше купить инструмент, который стоит дороже, нежели чем вы купите инструмент, который будет дешевле, и вам придется все равно его менять. Поэтому обращайте внимание именно на удобство, так как в действительности для развитие юных музыкантов это очень и очень важно. Вот, так что желаю всем большой удачи и успехов. Задавайте вопросы дальше.